сложные задания, они будут сзади пастись на лугу. Иначе они у нас погибнут. Жалко, что мы не можем взять еще двоих. Я думаю, что там будет целый букет. Целый букет пришельцев, монстров, всевозможных гибридов. Я просто думаю, мне на легендарке играть или все-таки на высоком. Потому что я хочу их все-таки дотащить, не хочу, чтобы эти молодые погибали. Смертоносный маскарад. От одного удара их очень быстро могут убить. Just got word from the Resistance. One of their operatives located an Advent data vault in this area, storing information critical to the latest alien operation. Что у меня заключила игра? Городок в зоне патрулирования Адвента. Остановить дальнейшее продвижение, уничтожить. Захватить предмет объекта Адвента. Сначала захватываем, потом всех ликвидируем. Если, конечно, нас кто-то раскроет, будем ликвидировать на ходу, что делать. Да, эти задания, они такие сложные обычно. На месте, где нам нужно либо скачать какие-то данные, либо заполучить объект, нас всегда раскрывают из-под маскировки. Да. То есть это по заданию так идет. Они находятся рядом с этим предметом, либо пришельцы, либо какие-то другие. Солдаты Адвента, мутанты. Знаешь, кого они для нас там приготовили. Угроза 1.5. В вашем районе обнаружен банк данных Адвента. Там установлены взрыв-пакеты, системы самоподрыва. Обезвредьте взрывчатку, захватите данные, прежде чем они будут уничтожены. Окей, у нас, скорее всего, было автосохранение. Так оно и есть, но я сохранюсь сама. Для того, чтобы... быть в спокойствии. Потому что он там потом перезаписывается. Если мне нужно будет конкретно какой-то сейф, я могу выбрать. И он последние события на последний выбранный сейф перезаписывает. То есть каждый раз, когда кто-то погибает, либо мы открываем какую-то теневую клетку, он автосохранение делает. Поэтому такие дела. У нас с вами что с сложностью? Я попробую на легендарке, но это будет сложно сохранить наших молодых бойцов. Сейчас посмотрим, разведаем обстановку. Если что, вдруг я откачу на высоком, будем играть. Просто я как рассчитывала, на легендарке нам нужно было все равно хотя бы опытных из своих взять, да. У нас двое здесь легендарных персов. Подождите, это и правда мужик, а почему? Что-то я не врубилась. А нет, не мужик. Бигли Раш, как я правильно. Так. Сейчас, подождите, начнем отходить. На взрыв контейнера. Через 8 ходов. Нужно добыть образец ткани и до туда добраться за 8 ходов. Ага. Ликвидировать всех врагов. Хорошо. За толчком спрятаться в самый раз. Но не тут-то было. Так. Ах, с какой стороны-то лучше пойти, смотрите-ка. У нас здесь дверь. Значит, с этой стороны надо идти. Чтобы через окно там не ламываться, давайте тогда с этой стороны. Пойдем, да? Position confirmed. Stay clear of those turrets. Не приближайтесь к тем турелям. Мы пока знаем, автоматически они или... нет. Так, мелочь пузатая. Вы как-то пойдете в обход? Roger that.
той стороны. Подождите, а кто там такой? Кто там у нас? Это кто? Это у нас система безопасности тут. Как-то мы сможем... А тут мост, что ли? А как мы туда спустимся? А как это мы так сделать можем? Не приближаться, нам сказали. Нет, нет, нет. Что, так близко, что ли, я? Погодите, погодите, она нацелена. Подождите. Блин, а как я здесь проскочу тогда? Не, ну вы придумали, а где мой спец... А тут у нас уже все. Карта заканчивается. Где мой специалист? Который будет программировать все. Я не знаю. Рывочки надо делать, рывочки. Understood. Moving out. Не знаю, как они... Смотрите, там уже цель появилась. Вообще, как-то, знаете, там люди... А, нам можно даже здесь в обход идти. Да вы что? Да вы что? Сказать, не приближайся. Пойдем тогда с той стороны обход. Окей. Пока нужен кто-то прикрывальщик. Как бы не доверяя. Кто нас будет прикрывать молодых-то? Что у нас тут такое? Да блин, как далеко мы вообще забрались, я не хочу туда. Надо. Потому что там турели нас активироваться могут. Блин, а тут везде в обход. Через сотни километров. На итальянском что-то сказала нам. Тебя тут не раскрываю, дорогая. А обзор может измениться, да, если они подвинутся. Они вообще собираются уходить или нет? Что-то мне не особо как-то нравится. Они вообще не двигаются. Почему нам показывают, что здесь нас раскрывают? А. Тоже раскрывают. Почему везде? Где нас видят, палят? Через эту дверь пойдем. Оно так. Так. Здесь нас раскрывает.
люди раскрывают. В обходные нельзя. А как она тогда там залезла, блин, такими путями пошла? За эту турель. Послушал ведь. Дельный совет. И решил. Я... Слушайте, а мы проскочим, дайте-ка я сохранюсь перед этим. Был такой уже раз, я как-то проскочила мимо окна, и потом раз меня раскрыли. Got it. Moving. Вперед делать рывки. Зачем с тобой там тусить будем? Возможное время. Так. Так, это у нас тень. Это будет прикольно. Ой, это как? А как это? А почему меня раскрывает-то, а? Я что-то не поняла, почему меня раскрывают. Ну что, обратно идти? Прикиньте, мне говорят, что... Что это? Через ту дверь мне теперь нельзя идти. Ладно. Пойду с другой стороны тогда. Там бы меня раскрыли. Так, тут нифига. Не скроешься. On my way. Сейчас прикроешь. Че, нас спалить могут сейчас? Так. Надо сохраняшку замутить, отсюда начнем. Другую сохраняшку. Так. Сейчас, подожди. Где там? Чё, мочить их сразу же? Рано. Сейчас попробую обойти. Не стал наблюдение делать, надо поближе подобраться. Как раз сваливают. Сказать, сваливают отсюда. Будешь okay. Наблюдение тебе поставлю. Ближе не подходи, ближе, ближе опасно. Ты отсюда будешь. Так. Как быть с тобой, не знаю. Enemy squad located. Нас окружают. Вообще, я планирую туда добраться, а потом уже разбираться с ними уже из укрытия. С дудочки. Чё, здесь меня везде палят. Тут везде понимаешь. Везде.
Не разрешает мне. Что вы тут предлагаете мне? Говорите, что я никак и меня раз... Да ладно, я что, просто так этот путь проделала? Такой великий. Прекрасный путь. Короче, тогда надо ломиться, да, внутрь? Или подождать еще один ход? Окей. Не. Опасно. Подожду. Подожду. Придется сейчас их всех мочить одновременно. Сначала гасим мутона и пришельца, естественно. Но они решили зайти внутрь. Какая досада. Три хода! Не ругайтесь, шеф. Мы знаем, какова обстановка, блин. Это все из-за обходных путей. Только фигота. Вот я в курсе. Heading out. Я ближе не буду ставить этих бойцов. Roger. I got my eyes on. Опасненько. Я вам скажу. Ezequiel, e mi muovo. А, ты даже подстрелить можешь кого-то? Так, давай, погоди-ка. Как мы разрулим ситуацию с вами? Ты, например, можешь прикрыть, если что, да? Да. А кто-то внутрь попрется ведь. Что делать? Осталось-то сколько ходов. Нас раскрывают в любом случае. Сейчас раскроют. А эти с этой стороны зашли, да, гады, паразиты? Паразиты, гады. Ну, как они просто посмели. Тогда получается, тебе ближе зайти? Он не может. Вам не надо внутрь зайти, в любом случае. Ломлюсь внутрь. Да я в курсе. Надо внутрь уже штурмом брать. У нас осталось три хода. Отлично. И я не поставила. Да, и эти нас заметили, да. Ну, сразу же внутрь попёрся динозавр. Турель активировалась? Да ладно. Чё, мы так близко к турели? Подождите. Вы чё? Где турель? Чёрт вас дери за ногу. Турели, они где-то здесь, да? А. Так, сейчас. Я думаю, что ты можешь устранить вот эту проблему ближайшую. Давай. Так, этот минус. Это хорошо. Молодец. Терра Нова. У нас умничка. Так, ты у нас. Можешь подавлять врага плотным огнем. Выстрелить со сбит. Из-за 15 прицелов, если вы попадете в цель, повторный выстрел будет произведен автоматически. Залп по всем врагам области конус уничтожает укрытие, которое пользуется противники, расходит на боеприпасов. Способность разрыв наносит критический урон и в дальнейшем
пораженная цель будет получать плюс 3 урона от всех атак. Бластерная бомба. Выстрелите бластерной бомбой по указанной зоне. Супер бластер. А урон-то какой хороший. Так, а вы еще тут рассосались. Мне, пожалуйста, в кучу быстро все собрались. Меня как бы не... Так, интересуют такие делишки. Наверное, надо будет как-то прикрывать. Поэтому давай с тобой как-то это... Да? Укрытие сейчас. Сюда спрячемся. Блин, что-то вообще урон такой. 16-20. Это нужно какого-нибудь мутанта реально убить. 57%. Ну я никак не ожидала. Вот этого я не ожидала. Ну просто мне не хотелось 16 единиц тратить. Не только же мне промахиваться, мне надо сбросить запись. Во время игры нельзя. Ты прям внутрь залез ко мне. Ну ты вообще. А у него тесак. И он промазал. Черт. У него тесак же есть. Ну и что это было такое? Даже неинтересно смотреть. Все промазали дружно. Ну хорошо хоть. Пусть динозавр тоже промажет. Урон 6. Но он у меня все время... руководит всеми операциями у меня в эпицентре событий уже который раз. Ну ты куда сбегаешь, а? Ну хоть подстрелил. Так, не своего. Не очень-то хорошо, скажу. Да ты уже выстрелил! А, он воскресил. Надо пришельца убивать, иначе мы замучаемся с этими зомбарями. Сейчас координаты тебе будут. Может быть, пришельца? Пришельца 26%. Ну вы как раз для этого этих пришельцев. Зомбарей подстрелишь. Не самая такая работка. А что делать? Че, он не сдох еще? Печально. Хотела сделать там, мне надо поближе подойти к нему и устроить там фейерверк. Но он у меня крепкий мужик, поэтому я рискнула. Так, двойной выстрел, бластерная бомба, 7-10, двойной выстрел, турель,
Сектоид. Наверное, динозавра, да, надо? 12% всего видимость. Да, что-то я как бы разошлась. Нет, это для динозавра оставим. Главное нашего не задеть. Вот у нас Лилия, голубчик. Главное, что пришелец сдох. И минус этот. А не, пришелец... А там двое было? Чёрт, а я хоть потратила, мне же надо чем заниматься. А, динозавр. Сдохни. Пришелец этот опять сейчас контроль будет брать. Его надо гасить. Надо уже быстрее заняться чем-нибудь полезным. Турель нас увидела. Не паникуй, мне нужно, чтобы ты добыл анализ. Да. Уже бегу туда. We've got the objective in sight. Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Еще турель активировалась. О, боже мой. Так, а подожди, что у него ход-то? Что мне с этим пришельцем делать? Немножко подвинусь. Хотела сказать. Надо турели уничтожить. Ну чё ты там? Ну чего там? Какая бронированная. Вот точно хотел сбросить. Последний ход остался. В смысле сгорело? Да черт вас побери, почему? Я так красиво там всех убила. А вы взяли и сделали так, что нужно два хода. Я добралась туда. Можно было бы еще позволить мне открыть этот, забрать эти ткани. Анализы.
ну чё, ребят, надо кому-то ломиться. Кому ломиться-то? Даже не знаю, что делать-то. Так и придется переигрывать, да? Нету смысла, надо все равно убивать. Нет, есть смысл. Как-то нам, да? 10-4. Потом динозавров будем убивать. Выставим. Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Придется продержаться нам. Не знаю, как мы продержимся, правда. Ближе подходи с той стороны, опасно, конечно. Не знаю, хватит мне хода. Что я этого динозавра не убила? Критический урон. Ты должен выжить. Я не просто так вас взяла с собой. Все пировали его со всех сторон. Терпи! Терпи! Ради задания. Нам нужно заполучить с двух ходов то, что я задумала. Как-то больно бьешь. Сейчас посмотрим, откатывать, не откатывать. Че, в любом случае не хватает ход. Апарита, апарита. Да ты умрешь сегодня, нет. Придется откатывать. Сохранку. А ты? А ты вообще не достаешь. Подожди. Дополнительный ход после рывка. Чё я туплю-то, блин? Да? Вот. Парита. Все у нас в шоколаде сейчас будет. Не ход, пожалуйста. О, взломать сундук.
Ёлки зеленые. Сейчас будем динозавров гасить. Сломать. Анализ образцов ткани. Вот. Отлично. Смотрим, сколько времени у нас, чтобы... 22:36. Всё. Тут чё там переигрывать ещё? Придумали они тут баловство. Переигрывать ещё. Кто будет переигрывать-то? Вы что ли? Сейчас вам по париту такую покажу. Только выберу ракурс, с которого вас всех перехерачить. Такую по париту сделаю. Что мало не покажется просто. Где динозавр сидит? Так, еще один пришелец. Так, пришелец. Надо динозавра убивать. Ну что там, папарита? Мама, не горюй. С динозавром вместе взятыми. Ты должен выжить. Не смей умирать у меня. Да, херово, но ты должен выжить. Иначе зачем мы вас сделали, да? Слепили из глины. Подавление. Терпим, мальчишки, терпим. Мы должны пережить этот день. Эти мутант сказали. Нам нужно турель загасить. Нет? Плохо. А тебя сейчас убьют вообще. Близко не подходи даже. А, у тебя аптечка есть, чё я туплю-то? Ну я кадр. Я молодец. Взяла, потратила ход. Подавление вовсю. Сейчас я выберу позицию. Динозавра вот отсюда убивать будем. Ты сможешь. Я же говорила, что ты сможешь. Теперь берем папариту. Заело тебе, блин. Стреляй в динозавра. Ой, мои нервы. Хорошо, что убил. Минус динозавр. Подохни, тварь. Отвали от него уже, ёхана. Пришелешка. Выкуси-ка. Так, погодите, еще пришельца. А так, пришельца надо пережить. Ах, куй тебе. Doing something.
Так, точно. Слушайте, а она будет что-то от этого, нет? Это что, пофигу. Уже, наверное. Почти. У тебя перезарядочка. Не знаю, отсюда ты, наверное, ничего не увидишь. А. Ордине ричевуто. Плохо. Аффермативо. Плохо. А тут без сознания. Если что, у меня хомяк. Пытается устроить побег очередной. Что с пришельцем-то делать? Плохой обзор. С этой стороны давай его гасить. Отлично. Кабы вон тот бы выжил у нас. Так, погодите, кто-то еще бежит. Это к нам. Да, мы переживем. Этот у нас вообще неуязвимый. Ему вообще похрен. Чего там своими палками машете? Вот то, что она пережила. А так вот у Релли. Вот это круто. Ты один остался. Все уже. Зарядка. Вот так вот. Взорвись. Ликвидирует всех врагов. Остался только один, по-моему. Если не считается турель. Не знаю, давай попробуем поближе подойти. Good riddance. Got something over here. Авто, так, модифицированное автозаряжание. Тот живой? Тот ведь у нас без сознания, да?